Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо знайомитися з кухнею Молдови. А знайомить нас моя подруга, пані Наталя. І оскільки овочевий сезон в розгарі, то я попросила її розказати нам цікавий рецепт, як приготувати кабачки, щоб це була святкова страва. Ну що ж, давайте уважно послухаємо. Знімай все від них, зріж. Конец. Это кабачка. Мы рассказываем про кабачки, да? Да, кабачок срежь конец. Так. И с ложкой вот так снимай все снутри. Ага. Ну там семечки вот эти все, да, внутренность. Все, 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 все внутренности. Угу. Потом в них вкладываешь рис. А рис? Вместе с свежий рис. Подожди. А. Рис вместе с морковкой, наверное, так, луком нет? Лук. Угу. Имеет морковку, немножко этой шкварки, вот все это самое. И его жаришь немножко. И это... Ага, притушил немножко и на сковородке. И это еще, чтобы ты не забыла, это черный перец. Перец молотый? Молотый. Угу. И все это перемешаешь. А соль надо туда немножко? Соль, соль. Обязательно, угу. Все угу. Нужно. И яичко. Оно не сваренное, ага. А такое. Все это самое... Все вместе и наполняешь все это внутренность. Ставишь обратно колпачок. Так. И в духовку. А, и немножко запекаешь. Воды. Так. Там. И в духовку. Или хочешь на казанок, пожалуйста, на казанок. Поставишь воду, на соленую воду. Угу. И ее до готовности оставляешь, чтобы она немножко утвердилась так, чтобы она остыла. Угу. Режешь вот этот кабачок вот так. Ага. И его немножко вот так, чтобы они... Раскладываешь, и получается, и как нарезанную колбаску. Вот, режешь, да? И наверх это как... Укропчиком, наверное, можно. Ага. И ты будешь... И сметану еще. И получаются такие колечки. Укроп, колечки сметану, получаются, да, из кабачка. Сметану, а внутри фаршированные. Сметану, ага. Наверх. И сметану. И этот укроп... И подай на стол. О, это очень красиво должно быть. Вкусно, вкусно вообще. А сколько запекается в духовке примерно? Ну, как это начинка. Как начинка. Ну, как ты вот угадываешь вот по поводу начинки? Ну, минут... 45 минут, мне кажется. 45 минут, это, да? Это... вот так, если смотришь. Примерно, да, 45 ты минут. Возьми немножко вот, попробуй. Если да. Она... Угу. Не твердый рис, да, то можно твердый, уже. Не твердый рис. Ну, полчаса рису, в принципе. 45, ну, 45 лучше, ну, да. Ну, потому что он еще в кабачке. Ну, да, он же внутри. Угу, угу. Особляешь обязательно, чтобы она остыла. Ага. Ты поставишь, вот возьмешь ее и поставишь на тарелку и срежешь, ага, на тарелку. Да, на тарелку, да, и срежешь. Да. Потом сметану наверх. Сметанку и посыпать. И как это будет называться? Фаршированный кабачок? Да. Ой, обалденно. Вкусный, долгий. Наташенька рассказала, у меня уже слюнки потекли. А ты попробуй. Я попробую. Вот обязательно. Потому что вот нужно снимать все внутренность, обязательно все снимай. И ее выбрасываешь просто, да, вот эти все семечки. Ну, ж как бы, там кушать уже нечего. Слышь, готовишь другое блюдо. Да, там уже кушать нечего. Тушить ее можно с этим самым, с маслом. И ты будешь иметь это кушание другого. Это самое, это кабачок фаршированный, не фаршированный, а тушеный. А. Только внутренность. Это. Ну, икра типа, икра кабачковая. Ну, вкусная. То есть из внутренности можно сделать икру. Икру. Чтобы ничего не пропало. Ничего не пропадает. Точно. Слушай, хорошая штука, хороший рецепт. Она спасибо. Попробуй. Обязательно. Попробуешь. Мы все попробуем и напишем тебе свои отзывы. Ну, посмотришь, он очень вкусный. Я очень. Не сомневаюсь. Вот подашь его на праздничный стол, можно подать. Не только просто так, вот так. Но оно красиво выглядит, я понимаю, очень. Когда на вот это и кружочки. Красивый и вкусный. А внутри это все. Ты берешь то, вот такой круглый, вот опасаешь. Mm-hmm. Вкусный. Спасибо.